Мы на месте, добрались. Пока светло, оставляем здесь свои манатки. И холодильник, и еда, и барбекюшные варианты. Что, угли, не знаю, что еще. Ну, в общем, все для шашлыка, чтобы начать. И сетка. Вот, и пока светло, пройдемся, погуляем по парку. А потом уже, как потемнеет, придем и начнем жарить. Ну, более-менее такая жаровня. Чистая, самое главное. Большой столик. Хорошо. Единственное, что здесь над этим столом нет фонаря. Ну, как-нибудь справимся. Здесь только фонари. Давай. Угу. Здесь мы рядом с мечетью. Туалет у нас. Вода холодная возле туалета есть. Кошечек очень много здесь, а я забыла кошачью еду. Вот блин. Тишина. Следов много. Разных следов. Здесь есть и лисы, и собаки. Ах. Зайцы. Кто еще есть? А вот змей много. Кстати. Ух-шух-шух. Надо делать топать вот так вот ногами громко. Они от вибрации могут разбежаться и не напасть на тебя. О, рядом с нашим местом, смотрите, какое еще. Может быть, сюда перебраться с нашими баулами. Все-таки здесь красивее. По-моему, на колючку наступила. Колючек здесь много. Ух, какой красивый. Мне это место нравится. Смотрите, это место или это. С видом на парк. Может быть, это? Здесь и фонарик вроде бы как рядышком. И по-другому ощущается. И столик почище. И мини-парк. Может, здесь лучше? Кстати, и туалет рядом. Это то, что надо. Барбекюшница тоже чистенькая. Хорошенькая. О, мы совсем недалеко прям. Пойду предложу. Может быть, переедем на это место. Перетащили свою майну. Ребята, это, по-моему, самое красивое и самое лучшее место в этом парке. С таким прекрасным видом. Ну, конечно, скоро потемнеет, но я думаю, фонарики включат, тоже будет красиво. Пошел за машиной, привезет ее с горки, потому что здесь есть парковка. Ну, а я, наверное, постепенно, потихонечку буду... Ой, воду набрал возле туалета. Вода фильтрованная. Холодная-холодная есть. Хотя я тоже воду с собой. Много воды взяли. Воды надо много пить. Буду доставать все с сумок. У меня скатерть красивая есть. Кстати, хорошая. Такая прорезиненная. Вот. Она, конечно, кругленькая, на круглый стол, но такого цвета красивого. Все, буду разлаживаться. Ой, хоть бы котики не набежали. Ай-яй-яй, как я забыла кошачью еду взять с собой. Ребята, первая гостья прилетела. И такие осы здесь страшненькие. Она большая по размеру. Разлаживаюсь. Так, оса, лети отсюда. Нанизываю, ребята, грибы. Лук, еще помидоры буду делать. О. Ага. This is charcoal without anything, but this one is already.
Здесь уже у кальки пропитаны, с пропитанной бумагой, поэтому не надо никакие поджигательные смеси с собой. Рукавички у нас здесь есть, вспомогательные прищепки, ухватки, веер, спички, зажигалка. Что еще надо? Красота какая. Давно костры не разжигали. Давай, давай. Гори ясно, чтобы не погасло. Шашлычки у нас будут. А дыма-то, дыма-то сколько. Нам дали свет. И такой яркий свет, хорошенький. И начало положено. Картошка. Синие. Хочу быстро их запечь прям на огне, чтобы такие с душком были, запашком огня были. И запашком дыма. И перец. Следом, наверное, пойдут. Но это уже потом. Это уже напоследок. Сначала хочу овощи. Холодный лук ест. Конечно, время занимает. У нас уже все темно, потемнело. На костре сделала перчик. Две перчинки и один баклажан. Сейчас быстро почищу. Итак, у нас перец, я уже его почистила. Соль посолила, поперчила. Оливковое масло. Грибы достали. Грибочки. Помидорчик. Баклажанчик у нас. Моль у нас летает, по-моему. Ой, не садись сюда. Уходи. Баклажан с дымком. You can taste the, да? The smoky. Smoky taste. Ждем картошку. Лук зеленый. Мы тоже запекаем. Кто не пробовал, попробуйте. Просто на костер, сверху костра ложите на угольки. Он быстро запекается. Он такой нежненький, мягенький. Просто его почистить надо перед едой. Естественно, от горелого. Он очень вкусный. Ну что, салат у нас хорошо идет. Вернее, овощи, которые были сделаны на гриле. Мои руки только почистила картошку. Ну что, ребра поджарились хорошо. Розовенькие внутри. Как и должно быть. Картошка печеная в алюминии делала. Вот, соль, перец и сливочное масло. Так, а что? А, к этим я сделала же, дома делала сама, мятный соус. Мяту шинковала очень мелко-мелко. Ой, я балдею с этих овощей. Надо руки помыть. И дальше хочу еще поджарить. Картошка у меня осталась и перец сладкий. Ну, приятного нам аппетита. Обожаю картошку. Такую вот прям с костра. So tell me, is this as good as last night? Попробовать надо и сравнить. Со вчерашним. It is different, but very nice. Очень вкусное. Сочное, мягкое. Мягкое мясо. Обалденное. Но я люблю вот это. Это вкус детства. Помните? С костра картошка. Руки вот такие черные, но зато какая она вкусненькая. Так, соль, перчик. И вперед. Допекаются овощи. И решили, у нас на десерт будет машмело, зефирки. И вот так вот медленно крутя. Вот такой зажаристый зефирка получается.
Он такой тянученький. Обалденно вкусный. Нежный внутри. Обалденно вкусный. Нежный. А снаружи хрустящий. No problem. Я не могу остановиться, ребята. Я одну за одну. Они так быстро жарятся. Какая тягучка. Эта тягучка непередаваемо вкусная. А еще вкусно их есть. Между печеньком, бисквитом. Не, сухим, обычным. Обычным печеньем сухим. Шоколадку, плиточку, маленькую кусочек. Вот эту зефирку. И вот так вот придавливаешь, делаешь сэндвич. Это просто вынос мозга. Там мозг можно съесть. Боже, как это вкусно. Это самый лучший десерт в мире. Но нужно правильно выбрать зефирки. Я покажу, какие. Вот именно эти. Боже, я остановиться не могу. Я пойду еще буду сожарить себе. Ну, вот такие делали Харибо. Обычные, не очень вкусные. А вот эти вот были американский стиль барбекю Маллоус. Вот они, обалденные, какие вкусные. Собираемся, поели, ребятки, уже 9 часов вечера. Собираем манатки. Смотрите, косточку кинули. Здесь кошечка пробегала мимо. И вот, 2-3 минуты, и, пожалуйста, смотрите, что творится. Муравьев сколько набежало. И шустрые такие, быстрые. Все. Собираемся.